Отца и Сына и Святаго Духа. В этот день хотелось бы вас призвать к тому, чтобы вы все, совершая вот это прекрасное, благородное Христово дело, служение людям нуждающимся, дело милосердия, никогда не забывали о необходимости совершения того подвига, который совершала преподобная Мария Единицкая, вспоминая свои грехи, воздерживаясь от них, храня пост, молясь, обращаясь к Христу. Тогда, по слову канона преподобного Андрея Крицкого, ты можешь стать великим купцом, и внешне приобретя, и внутренне не растеряв, и взойти действительно на то лоно, на котором сегодня пребывают и те, кто служили Христу своими руками, и те, кто сердце своего посвятил. Хотел бы в этот день пожелать, чтобы главным плодом великого поста было вот этот опыт пребывания в пустыне ума, в пустыне сердца, чтобы ум стал пустыней для всяких страстей, а в тишине собралась вот эта, чтобы мы в тишине прикоснулись. Благодать Божия, которая открывается не тому, кто находится в суете человеческой, а тому, кто пребывает в пустыне наедине со Христом. Чего хотелось бы себе и всем вам от сердца пожелать.